И объединить вот этих двух молодых людей, ну, они, по-моему, ушли уже, да, которые хотели службу доставки продуктов. Вот с вечера звонишь им, заказываешь что-то вкусненькое и в назначенное время. Да, автоматически просыпаться к вкусному завтраку. Не, реально, да, хорошо. Круто, вкусный завтрак. Я говорю, завтрак. Тебя же можно назвать приятное пробуждение. Я прикол в том, что ты проснешься, они уедут. Окей, хорошо, еще и деньги. Да, кстати, все оплачено. Ну, вообще, на самом деле, это хорошая идея по популяризации вот этих вот техник по просыпанию вовремя, по укорачиванию сна, потому что я вот много на вебинарах различных был в Москве, уже очень многие люди это практикуют и используют, что вот спать по часам, спать меньше и как бы вставать в строго назначенное время, потому что вот, допустим, в Москве все время у людей проблема встать рано, чтобы приехать на работу, потому что они там либо на метро, либо там на электричке 2 часа это на работу, вечером 2 часа на работу. Времени у людей катастрофически не хватает. У нас в ближайшее время в Новосибирске то же самое будет, потому что у нас пробки везде, это транспортные проблемы, это люди из города в академгородок, в Берск ездят, и времени очень много на передвижение тратят, на сон и на семью. Вообще у людей все меньше и меньше времени остается. Плюс ко всему дополнительное обучение, вебинары и прочее, это все, как правило, происходит вечером, но люди поздно ложатся, утром встать не могут, и как бы проблемы вот эти вот у всех. Хорошо, понятно, еще идеи. Записаться на утренний вебинар. Кончились идеи. Фу. Есть последняя. Последняя твоя идея, она заключается в том, чтобы с вечера думать о мечте, а утром ее реализовать. Хорошо, сужение, расширение вопроса. Вообще отлично. На самом деле. Как ты думаешь, это самое решение? Нет, на самом деле они. Есть еще одно предложение такое. Йогой заняться. Йога хорошая, когда ты регулятор сна. Серьезно. У меня предложение тоже вот эту идею включить в твой курс игры. Вот да, очень важная тема. Очень важно. Дополнить. Очень актуальная. Советские шпионы или травку специальную, какую-то горную, короче. Не серьезно, безвредную, но она. Очень помогало положить все три полноценные фазы сна за час, за два пройти можно. То есть шпионы, надо которые спать вообще не могли. Эта травка, она есть, только надо учиться. А это на самом деле так существует, потому что серьезно. Были такие экстремальные ситуации, когда нельзя было вообще спать, нужно было постоянно быть на чеку, но часик там где-то есть, и он раз эту травку, хоп, и на часик, и все... Идея для вашей ассоциации, чем привлечь... Ну что ж, уважаемые друзья, 20 минут капитана завершили. Что было ценного для тебя? Для меня было ценного все. И выделенное время для капитана я хочу потратить на благодарность. Мне очень ценно все, что сказано. На самом деле, вот... Обратите внимание, вот всего два пункта, да, каких-то вот непонятных, да, и то направленных на агрессию относительно самого себя, да, и вот какие здесь все-таки, вот, и если вот эти вот идеи начать комбинировать между собой, допустим, йогу, там, еще с чем-нибудь, еще там завтрак, там еще, Кирилл Козеванов еще, распящим новосибирский, который принимает, просыпается. Вставай, любимый город, снимай фильмы. Попробуйте пить воду перед сном в моду, серьезно. Ночью успеете делать раз. Ну что особенно цепануло? Что цепануло? Да. У нас когда телефон садится, говоришь, или будильника нет, то есть мы перед сном попили, и все нормально. Всегда просыпаешься вовремя. Ну, наиболее... Еще одно предложение. Важно сходить. Ну, то есть наиболее бережно для себя, так как я йогой занимался, но сейчас временно приостановил, то есть в силу времени. А утром во время просыпания делать йогу такую. То есть вот это йога, да. Утренняя йога. Меня вот йога зацепила, плюс подумала, тема, да, с аффирмациями и с установками. Ага. И развитие вот в себе будильника внутри. Да. То есть, чтобы мне все зацепило, все, что вот бережно. У меня агрессии относительно себя уже достаточно. Вот всякие бережливые технологии относительно себя, хорошо, они меня очень зацепили. Сейчас давайте поддержим капитана. Ну что ж, это был последний, крайний, шестой капитан.
И так как у нас никогда еще не было ситуации, когда люди приходили с желанием выступить капитаном и уходили, не получив такую возможность, у нас сегодня значительно много и больше, мы вводим маленький такой формат. Есть 5 минут для седьмого капитана. 5 минут. Но это будет один последний седьмой капитан. Кто хочет на 5 минут еще взять себе время? 5 минут. Один желающий? Один? Кто-то еще хочет? Окей. Дадим 5 минут последнему капитану. 5 минут. Отлично.